Опыт ищем тональность и не нашли ни в коем случае. Настоящие мужики умеют все, танцевать, петь. И сейчас мужики отвечают. Все вместе. Мужики! Вы знаете, ребята, пели как настоящие мужчины. Я хочу от тебя цепочку, точка и, ну, там всякие слова. Сейчас мы будем делать по-иному. Мы взяли специальные танцевальные очки. Для чего? Для того, чтобы сейчас провести самый настоящий танцевальный баттл. Я показываю движение, девчонки, вы за мной повторяете. Договорились? То же самое делает команда пчелок. Да. Мы крашеные пчелки. Диджей, ты готов? Девочки первые, конечно. Давайте поаплодируем девочек, поддержим их. Сейчас мы покажем, как нужно танцевать. Это в пустоту. Если вы хотите научиться танцевать как мы, посмотрите, как это делаю я. Итак, мужики, повторяем за мной. Все. Ребята только что продемонстрировали, как проходит брачный период обезьян по детскому зоопарку. Давайте поаплодируем за это. Давайте, молодцы. Спасибо. А теперь я передаю свое звание и танцевальные очки Ольге. Поддержим ее аплодисментами. Сейчас она зажжет. Давай. И делай. Танцевать не получилось никак вообще. Настоящий король танца одевает очки и покоряет танцпол. Давайте посмотрим сейчас после этого танца, кто главный в семье, Игорь или Оля. Поехали. Спасибо, Игорь. Я теперь понимаю, что Оля главная в вашей семье. Я теперь понимаю, кого будут расчеты, это все шикарно. Оля, кто пойдет следующий? Мы узнали, кто самый внимательный в семье. Олечка приглашает Олечку. Дамы и господа, 20 лет балетной школы и 12 лет R&B батлов. И все зря. Поехали.
Стоп. Ничего, что Юра был пластичнее в этот момент. Ребят, ну что такое? Ну, кто у нас следующий идет? Одевай очки и покажи, как я тебя учил. Помнишь? Левая нога, правая нога. Все, забудь, там все умеешь. Начинаем. Была маленькая социальная реклама. Запомни, наркотики – это плохо. Итак, Олечка, кто будет следующим? Ну, конечно, она одевает наши танцевальные очки. Стоп! Это нечестно, я знаю, что она классная. Андрей, поддержим ее аплодисментами. Давай, выходи. Все нормально. Друзья, она учила танцевать Владу Яму. Поэтому он и полысел. Поехали. Ты че такая дерзкая, а? Ребята, это будет настоящий ответ. Если ты не сможешь ее победить, она... Да. Я не могу просто сказать это вслух. Покажи ей, пожалуйста, давай. После этого танца сериал «Физрук» снимать не будут. Так, Олечка, кто пойдет следующий? Нет. Что? Да ну! Ребят, уважаемые официанты, готовьте огнетушитель. Сейчас будет огонь. Диджей, поехали! Возможные танцы. Итак, первый танец пола, друзья, встречаем, а мы зарываем батарею. Начинаем. После этого танца цена на шаурму упала в 3 раза. После этого танца президентом Украины стал тоже грузин. Спасибо большое вам за этот танец. Так, Олечка, нам нужно вырушать положение. Я даже не спрашиваю, я знаю, кто должен спасать нашу команду. Друзья, вы даже себе не представляете, что вы сейчас увидите. Почти ничего. Поехали, диджей. Thank you.
6 утра, и лица возле клуба, одна девушка и 5 мужиков. Опять так смотрим. Так, ребята, есть человек, который замечательно поет, ну и, как вы видите, он замечательно танцует. Готов? Слава. Слава Славику. Начинаем. Жизнь впереди. Так, Андрей, это будет продолжаться вечно. Зачем там пацана подставлять? Это не вы, это диджей! Бердик! Да, я считаю, что сейчас это реально был намек на то, что нужно сделать на настоящий баттл. Стенка на стенку. Диджей, зажигай! Давайте, идем на атаку. Мужики, да, там не сорвался. А я больше не буду с тобой. А я больше не верю в любовь. Мне не везено. Я тебе не мишка Харибо. Наш открытый мужчина. Юра, что нам делать? Они разберутся пару. Я на все глаза. Зачем тебе буду готовить? И тебе все, а ты все. Все. Ушу, бодры!